Вот, что мы делаем дальше, да? То есть мы развели вот эти трапециевидные мышцы пошире, да? Размяли их как следует. Обозначили вот эти вот точки триггерные. Здесь, вот, да? Вот вокруг ключевой, ключичной косточки, да? Крылья ангела вот так вот создали ему. Просто повторяю. Основание ветки свечи сделали, стержень и сам подсвечник, да? Uh-huh. Вот, может быть, даже видно, да, на камере рисунок получился. И сразу же возвращаемся назад, растираем вот эти большие мышцы трапециевидные, да? Но стараемся захватить как можно ниже, чтобы вот она снизу вверх так вот пошла. Снизу вверх. Этого достаточно приятно для человека. Редко кто это делает. Обычно все, вот это, и у массажистов тоже такое есть привычка, они все давят. Давят только вниз, да? Не, не. А вот гораздо интереснее, когда вверх идет. Потому что тут идут вот эти мышцы на отрыв от шейных мышц, вот здесь вот. И получается такой, даже хруст иногда может стоять. Не косточки хрустят, а суставы. Вот, они на разрыв немножко идут. И это очень приятно, убираются все вот эти вот отечности, застойные явления. Поэтому даже когда мы делаем вот такие шестеренки, так называемые, да, мы также захватываем эту мышцу снизу вверх. Снизу вверх. Вот так вот три прохода получается. Ну, просто умещается три по этой мышце, кажется, видно, да? Раз. Прыг, прыг. Дальше по шее то же самое делаем. И под черепом. Возвращаемся назад, чтобы расслабился человек, кровь так немножко ему остудить. И дальше натягиваем шею. Ай, волосы больно. Да, вот волосы бывают больно, тогда пальчиками поаккуратнее. Главное, чтобы не трение было, а именно упор, натяжение. Тогда волосы на покров будут не тронут. И вот такими спиралевидными движениями уже более локально, тесно обрабатываем сами мышцы шеи. И вот здесь тоже. Помните, я вам про лимфу уже говорил, да? В тот раз. Вот здесь же мы почему ведем не сильно, кстати, а достаточно мягко, да? Тут начинаются лимфоканалы, лимфоузлы. Собираются со всего черепа, со всей головы. Вот так вот. Вот так спереди, с лица тоже. Вот за ушами в основном они идут, да? Под ушами большие. Под челюстью вот тут, да, и вдоль вот этой кивательной мышцы с двух сторон они опускаются в подключичную зону, вот туда. И мы как бы все вот массажные наши движения делаем вот туда, в ту сторону. Даже берем с висков. Тут можно достаточно сильно, особенно у вегетососудистой дистонии, тут вот тоже помогает. Кстати, причина вегетососудистой дистонии, знаете в чем? Тоже мало кто знает, не поверит. Это из-за сорения нашей лимфосистемы. Вроде бы это напрямую не связано с ней, да? Но она является причиной, она влияет. Вроде бы говорят сосудистая, да? А на самом деле лимфа тоже там участвует. Вот такими вибрационными движениями, видите? Как бы я подгоняю, стараюсь шею побольше захватить снизу. Точки. Еще раз показываю. Вот есть тут выступ такой. Анатомический на черепе, да? Еще у него есть выступы вот здесь вот. И вот здесь вот косточки такие выпирают, да? Если мы между этим выступом и этим возложим свои руки, да, пальцы, то они как раз выпадают на 4 точки с той, с другой стороны. Которые методом шиатсу, вот так вот ввинчиваясь и вывинчиваясь. Мы стимулируем. Я специально сейчас показываю пальцы отдельно, да? Но, по идее, можно это вот как бы делать, не отрывая пальцы. Как музыкант, когда играет на рояле, да? Там важно, чтобы пальцы не прыгали вот так вот криво, да? А примерно ладошка составляла такую вот, ну, как бы такую сферу. Доходим до центральной точки. И прямо туда глубже под нее залазим, стараемся найти то место, где позвоночник входит в череп, да, и вот прямо вот эту точку сильно так, сильно массируем. Есть такая
такая школа Мирзакарима Нарбекова, слышали наверняка, да? Вот они очень много внимания уделяют этим точкам. Китайцы тоже. Тут очень серьезный акцент идет на нашу нервную систему, которая от головы, как мы знаем, идет по всему телу, потом расползается, да? Вот это я что делаю? Это я уже массирую сами мышцы, валики вот этих вот мышц больших, да, которые вдоль позвоночника идут, шейного. Насколько хватит у вас силы рук или позволит шею человеку? У кого-то бывает короткая, у кого-то толстая, у кого-то длинная шея, у всех разная, да? У кого-то мышцы явно видны, у кого-то их не видно. Ну, вот тут захваты можно любые делать, можно как бы вот так вот пощипывая, да? При этом я стараюсь все время отводить от позвоночника к краю. Можно просто одним пальцем, да, как бы вот отводить. Второй рукой я просто придерживаю голову. Можно вот так вот. Просто поглаживание ладонью. Способов очень много. Можно отсюда зайти, да, и как бы вот все ладони стараться вот так захватить, защипить ее. Все ладони, да? Сейчас с другой стороны покажу. И мы всех стараемся отвести, видите, от центра к периферии. Все наши движения идут от центра к периферии. Так. Считайте, что размяли, да? И еще раз возвращаемся. Если вот просто он лежит в дырке, да, на столе, поэтому у него упирается лоб. Если человек лежит, давай положим ладонь на ладонь, лбом на руки, да, то у нас появляется вот возможность захватить его снизу под черепом, да? Только не пережимайте шейные сонные артерии, да? Захватываем под черепом, не шею захватываем, а голову. И натягиваем на себя. Медленно вот так. Раз. Можно несколько движений сделать. Два. Вот мануально. Это еще одно отличие мануального массажа. Этот, видите, мы сразу такие вот тянем суставчики и на растяжение позвоночник. Так. Точек на голове очень много. Все их знать не нужно. Тем более китайские названия, да? Ну, вот давайте просто с ушей начнем. Уши это, покажем, может быть, сбоку, чтобы было подробно видно. Что такое форма уха? Это как бы иллюстрация зародыша человека в утробе матери, еще только-только зародыша, вверх ногами перевернутого. То есть вот это у него голова, может быть, даже сходство найдете, да? И, соответственно, точки находятся вот глаз по центру, да? Вот тут зубы, челюсть. Вот сюда прошел хребет, вот шейные позвонки, спина, да, вот крестец, и вот сюда копчик заворачивает. Видите, насколько все подробно видно. Соответственно, внутрь пошли вот половые органы, вот внутренние органы, вот тут вот сердце будет, легкие, вот сюда ноги выходят, да, вот тут вот руки с этой стороны. То есть вот так можно все это обжать, стимулировать. Для начала, конечно, мы немножко их разгладим. Опять же, температуру некоторую дадим в ушные раковины, да? Потом обжимаем вот эти точки. Мы, в общем-то, не точечный массаж делаем, да? Поэтому просто их обозначаем. Просто вот проходимся так вот, как бы, там, где они есть. И этого достаточно. Очень важные точки. На который можно сделать акцент. Это там, где ухо стыкуется с черепом. Вот здесь, видите, такая складка. Прямо вот сюда нажимаете сильно так. Немножко, может быть, больно почувствовать, да? Тоже стимулирует вегетососудистую систему. И там, где мочка уха соединяется тоже со щекой. Вот туда перпендикулярно, прям в челюсть нажимаете. Потом, где вот ухо заворачивается, да? Вот тут есть такая впадинка. Вот вдоль нее три точки находятся. Вот так. Их тоже можно. Раз, два, три. Они как бы вот скула, отсюда начинается скула, косточки скулы. И вот она идет сюда, да, мы как бы под ней, под этой косточкой прямо нащупываете пальчиком. Вот с двух сторон это сделали. Обоими руками одновременно, то есть не надо особо этому уделять внимание, когда будем делать массаж спины. Когда будем делать массаж головы, я на это отдельно укажу.
согревающие, растираем уши. То есть вот как бы образуем прищепку из двух пальцев, да? Так просто удобнее. И вы можете как бы по форме раковины выращивать свои руки вот так вот полукругом. Переходим на голову. Как я уже говорил, многие спрашивают меня, зачем ты массаж головы делаешь, если я заказываю массаж спины, да? А потому что энергетически, и не только энергетически, точки вот эти вот акупунктурные, которые идут вдоль позвоночника, они продолжаются также и на шее, и также продолжаются на черепе. Примерно их расстояние вот между друг другом от центра оси черепа, да, 3 сантиметра, а вот так вот через 2 сантиметра. То есть раз, два, вот так примерно. Когда вы делаете, вы можете просто там такие даже бугорки нащупать. И на черепе вы их легко определите. Ну, в данном случае мы проходим их в обратном направлении, поскольку мы заканчиваем массаж, да? От волосяной части, где вот начинается она. Начинаем прожимать большими пальцами достаточно сильно эти зоны. Мышцы вот тут вот, да, можешь лечь как у тебя удобнее. Некоторые клиенты прям так и говорят, что вот когда я здесь нажимаю, расслабляются мышцы шеи. Удивительно, но все это вот на самом деле связано. Дальше проходимся по этим мышцам опять здесь. И уже сам позвонок, позвоночник, мы стараемся вот так вот энергию по нему любовно обходя, обглаживая каждый остистый отросточек, довести до крестца. Но на самом деле, когда я так веду, да, я не просто ввожу, я еще стараюсь одним пальцем упереться в нижний позвонок, а другим в верхний. И как бы вот так вот в противофазе я их немножко друг к другу стимулирую развернуться. Помните, да, мы говорили про остистые отростки, что они могут быть немножко ротированы? Ну, у меня. У тебя там целая группа, да, практически, как на сколиоз похоже. Поэтому как бы вот одним пальцем давим сюда, одним сюда, да? Угу. Немножко их как бы выравнивая, да? Может быть, это до конца и не получится выровнять, да, это достаточно жестко надо. Но хотя бы надо их раскачать, чтобы человек пришел в норму. Чтобы после массажа, ну, как бы, легче себя почувствовал. То есть оно вглубь тоже действует. На те позвонки глубинно это тоже влияет. По идее, методов воздействия вот на них, на поворот, да, очень много. Это мы будем дальше проходить. А пока нам сейчас в качестве массажа достаточно вот этой техники. Вот. И массаж ушей людям тоже очень нравится. Как сегодня разогрелись? Да, нормально? Вот видишь, хорошо. Очень многим девушкам даже нравится. Прямо иногда просят специально массаж ушей сделать. И в конце видите, как я движение сделал? Вдоль позвоночника, вдоль таза и чуть-чуть как бы приподнимаю его, да? Потом здесь тоже чуть-чуть приподнимаю. И сбрасываю энергию с локтей.